Взаимодействие представителей органов территориального общественного самоуправления с властями как поселений, так и Славянского района – задача очень важная. Держать руку на пульсе жизни, хорошо зная проблемы и пожелания жителей, администрации гораздо удобнее с помощью активистов самоуправления. Вместе одной командой благоустраиваем наш город, наш район, наши хутора, наши поселки. Это всегда очень приятно, это всегда радует глаз. Честно вам скажу, благоустройство – это одно из любимых направлений моей работы. Я вам благодарен за то, что у нас действительно кое-что получается. Вы видите, что вот за последние годы мы сами привели в порядке парковые территории, строим спортивные площадки, устанавливаем малые формы, не забываем о том, что нужно строить дороги, тротуары, мини-скверы, фонтаны. Населению нравится. Памятные знаки законодательного собрания Краснодарского края за активное участие в территориальном общественном самоуправлении и удостоверение к ним были вручены лучшим из лучших, в том числе и Любови Матковой из Анастасиевского сельского поселения. Мое поколение, старшее поколение, младшее, все мы, они как бы внимательно прислушиваются к нашим пожеланиям, к нашим просьбам и откликаются на все наши просьбы и замечания, которые мы им делаем. Очень тяжелая работа, можно сказать. Ну и в то же время иногда приятно, когда идешь и с тобой здороваться. О, здравствуйте, здравствуйте, спасибо. За вклад в развитие местного самоуправления, инициативу и активную гражданскую позицию в общественной жизни благодарственными письмами главы Славянского района были отмечены Наталья Зазуля, Нателла Кондратьева и Елена Максименко. Помогают нам очень жители нашей работе. То есть мы обращаемся к ним с просьбами помочь нам засыпать дороги, ну, поучаствовать в каких-нибудь там мероприятиях. Люди соглашаются, помогают. Затем подошло время награждения призеров и победителей конкурса «Самая благоустроенная территория Славянского района». Цель конкурса – это создание условий для формирования активной гражданской позиции, трудового, физического, экономического и эстетического воспитания жителей района через их активное участие в формировании благоприятной окружающей среды, улучшение внешнего облика улиц, дворов, территорий, предприятий и организаций. Организатор конкурса выступает администрация муниципального образования Славянский район. В номинации «Лучший благоустроенный двор» первыми стали Любовь Шевченко из Славянска на Кубани и супруги Анатолий и Вера Шмакова из станицы Петровской. В этом году, не знаю, что-то волнение было, переживала немножко. Ну, все обошлось, все хорошо. И будем благоустраивать свой дом. Приезжайте, нас фотографируйте, все у нас красиво. И сейчас уже там снеговики стоят, к Новому году уже готовы. Мы сделали все для себя, для людей, чтобы было красиво, чтобы было всем хорошо. А мы хотим дать пример молодым и спрашивают и говорят, что в Инстаграм там выставили эти цветы, фотографировали. Едут на море, тоже любуются. В номинации «Лучший подъезд» победила Галина Ищенко из поселка Забойский. В номинации «Лучшая благоустроенная территория, предприятие, учреждение, организации» первое место по праву завоевал ресторан «Грильяж» из Славянска на Кубани. Мы стараемся, чтобы наша прилегающая территория была красивая, летом зеленая, весной просто цветущая на самом деле. Ну и зимой мы также не отстаем. Мы стараемся это все приводить в порядок, убирать, что-то пересаживать, даже новогодние праздники украшать. Ну и стараемся на самом деле быть полезными для жителей города. Глава Славянского района Роман Синеговский, подытоживая все сказанное, отметил, что ему очень приятно, что в благоустройстве города, станиц, поселков и хуторов принимают участие все заинтересованные люди. Нужно просто любить это, создавать вокруг красоту, и тогда все обязательно получится. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».